Дагестан в эти дни стал центром притяжения активной, деятельной и перспективной молодежи, работающей на селе. В Махачкале проходит 4-й Всекавказский форум сельской молодежи. Он стал уже традиционной площадкой для обмена опытом и обсуждения идей студенчества Северного Кавказа по решению вопросов профориентации сельской молодежи, повышения престижа аграрных профессий, развития сельских территорий. В этом году форум собрал больше 300 участников, поприветствовали гостей на дагестанской земле министры профильных ведомств. У нас на сельских территориях или на селе возбудится порядка 17-18% всего валового регионального продукта. Поэтому село и сельское хозяйство являются одним из таких реальных секторов экономики Республики Дагестан. Берите максимально знания, используйте для своего развития, используйте для реализации на селе. Только с вашей помощью, вместе с вами мы сможем развивать свою малую родину, мы сможем наши земли использовать эффективно, разрабатывать. Поэтому все начинается с молодежи. Я вам всем желаю успехов. Программа форума рассчитана на несколько дней. Участников ждут семинары, командные тренинги, мастер-классы по социальному проектированию, встреча с успешными и интересными людьми. Первая такая встреча прошла с председателем Союза сельской молодежи России Юлией Оглоблиной. Она подчеркнула, что это общественное движение за последние 10 лет значительно расширило свою географию. Сегодня в него входит 73 региона, и дагестанская молодежь среди них одна из самых активных и деятельных. Здесь присутствует Саид Аль-Камиль, благодаря которому у нас отделение в Дагестане лучшее. Он смог объединить команду. И, собственно, вот эта площадка, которая существует в Дагестане, она уникальная. И мы перенимаем опыт, чтобы на федеральном уровне у нас была площадь, чтобы мы могли дистанционно еще больше проводить образовательных мероприятий.